Вітаю вас, як завжди, у цій порі на п'ятому каналі для вас програма «Медекспертиза». Думаю, багато хто із вас чув про цілющу силу голодування. І навіть такі історії про те, як люди позбулися важких захворювань завдяки тому, що на деякий період відмовлялися від їжі. Але чи складно навчитися цьому процесу оздоровлення за допомогою голодування? І як взагалі це зробити? Про це розкажемо вже сьогодні. Ну що ж, і розпочнемо нашу програму із представлення гостя. Сьогодні разом з нами Олег Торгало. Доброго дня. Вітаю, Вероніка. Доброго здоров'я, шановні телеглядачі. Нагадаю нашим глядачам, Олег Торгало – експерт із аюрведи, голова товариства «Україна-Індія» та засновник групи компанії «Роса». Отже, сьогодні у нас буде тема – це цілюще голодування. Так. Я думаю, багато людей взагалі чули про таке поняття, чули, що воно якось допомагає зберегти своє здоров'я. Але все-таки хотілося, щоб ви сьогодні детальніше нам про це розповіли. І розпочнемо, давайте, із того взагалі, що це за визначення таке голодування для здоров'я? Голодання означає повний відказ від пищі. Є кілька видів. Є сухе голодання, є голодання на воді. И то используется для разных целей. Голодание используется человеком издревле. То есть еще в древних трактатах и у Авиценны, и у Гиппократа, и у многих целителей прошлого упоминается голодание как средство борьбы, например, там, с кожными болезнями, несварением, с инфекциями и с многими другими заболеваниями. Что такое голодание? Это когда мы прекращаем поступление питательных веществ в организм, настраиваем организм на внутреннюю очистку и борьбу с инородными интервентами, как вирусы, бактерии, что вот сейчас особо актуально. Мы знаем, например, для того, чтобы произвести ремонт, где-либо надо там прекратить какую-то деятельность. Когда я ехал сюда, я проезжал торговый центр, в котором идет ремонт. То есть все вынесли, туда никто не заходит, и там идут какие-то процессы. Так и для нашего организма, для того, чтобы там начались очистительные и восстановительные процессы, надо прекратить поступление пищи извне. Угу. Тогда организм переключается, и он начинает чинить и чистить себя изнутри. То есть та энергия, которая затрачивается организму на переваривание, трансформацию, извлечение питательных веществ, она направляется внутрь. И что, прежде всего, организм начинает уничтожать и поедать, это называется аутофагия, то есть как бы переводится самопоедание. Прежде всего, это какие-то больные клетки, непереваренные частицы еды, которые у нас там остались в прошлых раз. То есть он начинает себя чинить, то есть он прежде всего включает в питание какие-то второстепенные ткани, как жировая ткань, наступает вот определенный исцеляющий эффект. Первый раз я голодал в 18 лет. Так получилось, что в армии я там сильно подрался, и меня посадили на гауптвахту. И для того, чтобы как-то высказать свой протест, я вот начал голодать. То есть я трое суток ничего не ел. И я заметил, что вот мои раны, которые повреждения я там получил, прямо за эти три дня они все затянулись. У меня и до этого бы хватало всевозможных ран, но я знал то, что вот, например, вот этот порез будет заживать, ну, как минимум неделю. Угу. А тут я заметил, ну, прямо как, можно сказать, на глазах все затянулось. И тогда я заинтересовался, что же это такое. И когда я пришел с армии, я начал читать литературу, то есть там Поль Брех, Шелтон, то есть я начал изучать этот процесс. И я понял, что организму регулярно надо давать голодные паузы. Когда человек на заре своего существования, у него не было такого избытка еды. То есть часто были какие-то голодные паузы. То есть он порой там нашим предкам приходилось там преодолевать сотни километров для того, чтобы там найти какую-то еду. В основном те болезни, которые есть в современном обществе, их можно охарактеризовать как вот болезни достатка. И чем бороться с этими болезнями достатками? Как раз вот самоограничениями. Угу. Это может быть диета, как для людей, у которых не хватает там силы воли или не позволяет здоровье. А для людей более-менее крепких и которые видят в этом определенный стимул, без которого невозможно начать серьезное голодание,
то вот лучше голодания ничего не может быть. Это лучший лекарь, который сам знает, какое самое слабое, какое самое больное место в организме, и он направляет вот все силы туда для самоисцеления. Есть разные виды еще голодания по длительности. Можно разделить. Это короткое голодание, это 1-2 дня. Есть голодание среднего продолжительности, это 3-7 дней. И длительное голодание, это уже от 8 дней. Но мы сегодня поговорим о коротком и о средней длительности голодания, потому что это подходит большинству наших телезрителей. То есть длительное голодание, например, аюрведа, она практически не рекомендует. Это при каких-то серьезных очень заболеваниях, строго под наблюдением врача и при очень крепкой психике и воле. То есть это надо еще выдержать. Я думаю, далі ви більш детальніше розповісте нам, яким чином підготуватися до цього голодування, як його провести. А ще зараз хочу запитати вас. Ось ви вже сказали, що голод – це найкращий лікар. Взагалі, яких проблем зі здоров'ям можна позбутися завдяки таким середнім і короткотривалим голодуванням? Всі болезні можна розділити на три групи. Це от болезні накоплення, который вот относится по аюрведе как бы стихии воды, болезни огня, которые вот воспаление, всевозможные иты, простатиты, гастриты, панкреатиты, все это как бы воспалительные процессы, и болезни сухости, то есть когда человек начинает худеть и вот засыхать как бы. То есть вот все болезни, которые связаны с накоплением и воспалением, лечит голодание. Там, где накопление, то есть это накопление начинает истощаться, то есть начинает вот организм сам питаться этими ранее накопленными веществами, и за счет этого это накопление уменьшается. То есть уменьшаются, например, там доброкачественные опухоли, спайки, жировики пропадают после длительного голодания. То есть мы просто видим, как вот он, организм все ненужное съедает. А в болезнях воспаления, то есть тоже вот нету этого топлива, и вот эти воспалительные процессы тоже не прекращаются. Вот я сам недавно вот вышел из 8-дневного голодания, и одна из причин была в поездке из-за неправильного питания, долгой командировки, чуть-чуть начала о себе напоминать поджелудочная железа, то есть воспалительный процесс. После голодания, то есть все пришло в полную норму. Но уже при болезнях сухости, вот, например, худым людям, то есть аюрведа голодать не рекомендует. Максимум один день, то есть для того, чтобы как-то поднять свое пищеварение, не больше. Традиционные авторы, на которых основаны многие методики голодания, они пишут, что голодать можно всем, независимо от возраста и телесной конституции, то аюрведа этого не поддерживает. Только это должен быть человек среднего или полного телосложения. И если людина уже зрозуміла для себе, что ей можно провести такую практику голодування, и с чего слід розпочинати, як взагалі це організувати собі? Надо подготовиться. Это подтверждает и аюрведа, и также это об этом говорят все авторы и врачи. Голодание изучено еще при Советском Союзе. Есть такой известный доктор Николаев, который разработал разгрузочную терапию, которую он лечил очень много всевозможных болезней. И все авторы и аюрведа рекомендуют, что в голод надо входить постепенно и за 3 дня прекратить поступление вот такой насыщенной белковой пищи. То есть это животных продуктов, это мясо, молоко. То есть 2-3 дня до начала голодания, в зависимости, сколько вы собираетесь голодать, надо перейти на растительную пищу. Это каши, салаты, овощи, для того, чтобы наш пищеварительный тракт начал очищаться. И я по себе скажу, я пробовал с подготовкой, как я в основном и делаю всегда. Но иногда у меня не получалось, то есть я там приехал только из поездки, и не было возможности подготовиться. Голодание проходило намного тяжелее. То есть эта вся не самая полезная пища, она давала о себе знать во время голода, там, или головными болями, или какой-то лишней слабостью. То есть мы должны подготовиться. Перед самим голоданием, если это уже хоть даже 2-3 дня, для одного дня это не обязательно, желательно выпить слабительное. Это может быть
касторовое масло. Это вот вечером. То есть, например, завтра мы будем голодать, начинать голод. То есть сегодня хорошо выпить магнезию, например, английскую соль. Сегодня хорошо будет выпить касторовое масло, сегодня будет, или другие какие-то сильные слабительные, сену, для того, чтобы вот то, что у нас накопилось, съеденная еда там за сегодняшний день, для того, чтобы она вышла, и кишечник тоже начал восстанавливаться. И вот так мы входим в голод. И со следующего дня мы просыпаемся, кто вот какой вид решил. Например, я первый день я голодаю в сухую, но мне позволяет конституция, то есть во мне много воды, и первый день я на сухую провожу очень хорошо. Людям средней конституции, которые вот склонны к воспалительным процессам, им вот, например, сухое голодание надо осторожно. То есть им рекомендуется пить воду. Но тоже не так, как рекомендуют некоторые авторы, что вот там пейте по 3-5 литров там, или что-то еще. Это неправильно. То есть это, наоборот, только нагружает наши почки. То есть пить надо сколько ты хочешь. Но питьевой режим должен быть минимум там 1.5 литра. Ну що ж, якщо людина розпочала оцей процес голодування, чим у цей період можна займатися? Я не знаю, це потрібно вдома сидіти, чи можна ходити на роботу, як себе правильно поводити? Ви знаєте, по самочувствию. От, наприклад, коли ти голодаєш постійно, от я голодаю 2 рази в місяць, сутки, 2, це от обов'язково. Я просто склонен к полноте, і якщо я не голодаю, то я починаю сильно полнети. От, і це у мене вже вийшло в привичку, і у мене організм чувствує. Просто даже я иногда в календарь не смотрю, я потом скажу, как вот надо соотносить это с Луной. То есть организм настолько привыкает, что ты остаешься работоспособным, у тебя отличное состояние, тебе просто не хочется кушать. И я в этот день, наоборот, себя нагружаю работой для того, чтобы как-то себя отвлечь и там вообще не думать о еде. Каждый должен смотреть на свое самочувствие. Но у человека, который начинает эту практику, это будет сложно. То есть, как рекомендует вот мой учитель по аюрведе, что как ты себя чувствуешь? Если ты устал, ляжь или сядь, посиди, отдохни. Если у тебя есть энергия, то наоборот двигайся, не лежи. Со второго дня могут уже наступать такие вот определенные сложности. У подготовленных людей это они на третий день или позже. То есть это начинает болеть голова, начинает неприятный запах изо рта. Слабость начинает быть. То есть тут мы уже должны подключать определенные очистительные процедуры. Есть разные авторы, есть даже авторы, которые, вот, например, не рекомендуют клизмы. Но аюрведа и большинство практиков очень это рекомендуют. Потому что вот как вроде мы выпили слабительное, и у нас как бы в пищеварительном тракте ничего нету, но когда мы делаем клизмы, просто видим, что выходит там непонятно что. После вот этих клизм становится намного легче. Мы должны делать дыхательные упражнения, мы должны заниматься прогулками. Не рекомендуются сильные физические упражнения. Иногда в каких-то чатах читаешь, что вот там кто-то там и штанги поднимает, кто-то приседает, там все. Ну, если его здоровье позволяет, то может быть. Ну, хотя, вы понимаете, организм в этот момент, он исцеляет себя, он лечится. И забирать у него вот эти остатки энергии, которые должны идти на самовосстановление, на поднятие там штанги или на какие-то сильные физические нагрузки, это просто нерационально. И человек, который вот чувствителен и наблюдателен к своему здоровью, он увидит, как после прогулки будет становиться легче, потому что токсины, они выделяются через все наши отверстия, через наши легкие, через нашу кожу. Рекомендуются водные процедуры, рекомендуется несколько раз в день как минимум душ без мыла, потому что мыло оно будет смывать этот защитный слой. Вот. Рекомендуется для подготовленных людей с третьего дня рекомендуется там легкий какой-то хамам, ну тоже не 100-градусную сауну, ничего, вот для того, чтобы это было очищение через поры еще. Рекомендуется закапывать нос для того, чтобы определенным маслом кунжутным или специальным аюрведическим, для того, чтобы выходила слизь. Человек просто будет видеть, как с него начинает вот все
лезть во все стороны. Вот. Очищение идет очень сильно. Угу. Ничего по очистительному эффекту не сравнится с голоданием. Это лучшее средство для восстановления нашего пищеварения. А якщо людина вже декілька днів голодує, я знаю, що важливо правильно вийти з цього процесу. Тоже зависит от сроков голодания. Если это один день, то выходить можно, например, на фреше. Лично я выхожу на кефире. Я подготавливаю специальную там простоквашу на бактериях. Я выпиваю, вот так я в свое время восстановил у себя микрофлору. Как-то еще там 15 лет назад я прошел курс антибиотиков, и у меня было полгода, я не мог себе вот именно восстановить потом микрофлору в кишечнике. И вот когда после голодания мне грамотный доктор, который сам практикует голодание, он порекомендовал: выходи сразу на кефире с бактериями. То есть это первая пища, которая поступает, и вот она делает вот этот нужный посев. Например, если это 3 дня, то тут надо быть более осторожным. То есть вот последнюю методику, которую я уже отработал, это выходить, например, на сильно разваренной овсяной каши. Ну, то есть это даже нельзя назвать кашей, это как определенный кисель такой. И вот для людей, особенно у которых проблемы с пищеварением, то есть это будет лучший метод. Многие авторы утверждают, сколько ты голодал, столько ты дней должен выходить. Ну, я бы не был настолько категоричен, но скажу, что в половину так это точно. Если вы 3 дня голодали, то день как минимум вам надо будет выходить. Это легкоусваиваемая еда, это перетертая еда. То есть первый прием совсем чуть-чуть, второй прием чуть-чуть больше, третий прием еще чуть-чуть больше. Мы должны понять, что наша пищеварительная система, она как бы отключилась, переключилась на это время. То есть со второго дня она уже как бы в таком в спящем режиме. И ее надо запускать. Я еще в детстве читал литературу художественную. Я вспоминаю, как там голодающие защитники крепости, они там дорвались до еды, которые долго не могли покушать, и они начали много есть, и потом какая-то часть из них умерла. Да. Это очень опасно. Вы знаете, то есть все достижения голодания можно обесценить и сделать себе огромный вред просто неправильным выходом. Это один из аргументов сторонников современной медицины, почему они иногда говорят, да, это вредно, да, это можно себе навредить. Это как раз причина в том, что люди неправильно выходят. Они не знают, как это правильно делать, они вот от жадности начинают поедать, и потом с заворотом кишок они попадают в реанімацію. І наостанок, підсумовуючи усю нашу розмову сьогодні про цілюще голодування, і ще раз хочу, щоб ви нагадали, кому все-таки цей метод не може підійти категорично? Я сказав, от худим і от дуже больним. Особливо от ті, у кого больні ті органи, які будуть нагружені при голоданні вдвойні і втройні. Это при серьезной почечной, печеночной недостаточности, при серьезных сердечно-сосудистых заболеваниях. Это нехорошо при, например, там, таких серьезных заболеваниях, там, как туберкулез, при онкологии уже там тоже вот не рекомендуется. Кстати, хотел сказать, что некоторые спекулируют, говорят, что вот голоданием там лечит онкологию, то есть это не так. Голодание – это больше метод для поддержания здоровья здоровых, для очистки вот, нашего организма. И даже есть такой вот метафизический эффект. На Востоке считается, когда мы голодаем, мы очищаем свою карму, то есть мы очищаем свою судьбу. То есть идет определенное искупление. Человек становится вот более как бы просветленным. По-другому работает голова. Я рекомендую всем начать голодать, друзья, с одного дня. Лучше всего это делать еще по знаниям астрологии. Самые лучшие дни для однодневного голодания – это 11 и 26 лунный день. Так что голодайте, будьте здоровы, будьте молоды. Кстати,
лучший эффект для омоложения – это тоже вот голодание.